Всем привет! Сегодня я нахожусь здесь, в Петербурге, на улице Маяковского. И вот эти замечательные ребята, откуда вы? Из Питера. Согласились помочь мне рассказать о моей уникальной акции. Об акции, да, которую я придумал для любителей посткроссинга и почитать хорошую литературу. Что это за акция? Вы можете найти вот этот конверт в своем почтовом ящике с вот этой замечательной книжкой «Уроки жонглирования булыжниками». Для этого что нужно сделать? Ребята, вам интересно узнать, что нужно сделать для этого? Конечно. Вот, принять участие в акции, получите книгу «Уроки жонглирования булыжниками» за регистрацию и репост. Несколько дней назад я узнал о том, что компания Procter & Gamble сейчас проводит супер-мега-акцию. Они дарят 10% от покупок в виде кэшбэка. Для этого нужно зарегистрироваться в их программе PNG-бонус. И вы получаете возможность регистрировать чеки на их сайте и получать 10% от покупок всякой бытовой химии, там всяких шампуней, всяких порошков типа Tide, Ariel, Head & Shoulders, жилет. Вот, мужчина, брейтесь уже. Да, вот, я уже тоже купил жилет и получил за это 12,99 кэшбэка. Сейчас я вам это докажу. Вот смотрите, я уже вывел на свой мобильный телефон 388 рублей. Вот сегодня мне пришло подтверждение, что деньги уже вывелись. Вот, 388, мне пополнили счет. И так, вот, еще Билайн мне дал бонусы. Вот до 9-12 можно безлимитно говорить с абонентами Билайн. Вот так. А мне какая от этого польза, кроме этих чеков? Там за привлечение новых членов, за то, что вы зарегистрируетесь в этой программе, используя мой реферальный код, я получаю за приглашение вас 100 рублей. То есть я получаю 100 рублей, отправляю вам вот эту книжку себестоимостью 10 рублей и вот этот конверт с марками, себестоимость отправления тоже 20 рублей. То есть моя чистая прибыль будет 70 рублей с этого всего. То есть я не теряю, и вы не теряете, потому что вы получаете возможность, ну там, кэшбэк возвращать, дальше развивать свой личный кабинет. Сами можете вот тем же самым заниматься, пригласить друзей. То есть там вывод средств от 300 рублей. То есть всего двух человек пригласили, один чек зарегистрировали, и уже можно вывести деньги. То есть мама, папа, и вы себе 312 рублей на счет за покупку. И да, еще и жилет у вас будет там, ну или что-нибудь купите. Вот, я уже так сделал, я уже деньги получил. И 70 рублей у меня будет прибыли, если вы используете мой реферальный код. Мой реферальный код будет указан в этом посте, посвященному вот этой теме. Там я все укажу в группе ВКонтакте, естественно, уроки жонглирования булыжниками. Вот так. Ну что, ребята, как вам вообще акция? Все поняли, да? Да. Очень выгодно. Ну, в таком случае, вот посмотрите, книжку, еще немножко про книжку расскажу. Вот видите, она иллюстрированная, в ней есть текст, в ней есть высокохудожественные иллюстрации и вот низкохудожественные. И сейчас я вам даже прочитаю одну страничку бонусом из этого рассказа. Но не все радовались, глядя на него. Некоторые вели себя агрессивно и пару раз нападали на него. Но он ловко отбился от атаки и, уйдя от погони, продолжил радовать людей на международном уровне. Через пару месяцев ему позвонили и пригласили выступить за рубежом. Человек обрадовался, рассказал о своем успехе друзьям. Вот, книжку, чтобы прочитать, ее нужно разрезать. Потрогайте, посмотрите. Вот девушка, вот женщинам присуще вот чувство стиля. Расскажите, вот ваши ощущения от тактильной, вот от контакта с этой книгой. Книга очень приятная, ее довольно легко держать в руках. Соответственно, да, я думаю. Читать, надеюсь, удобно. Тоже да. Будет. Да. Бонусом в этой книжке еще идет рассказ в жанре трэш 4:4. Вот я тут сделал большой вариант, но отправлять буду. Ну, тут он, конечно же, в маленький. Вот, посмотрите. Подержите, пожалуйста. Вот, посмотрите, вот тут тоже вот есть иллюстрации. Вот видите, какие иллюстрации. Море кровище и смысла. Вот. Рассказ основан на китайской скороговорке «С-ш-с» – 4 – это 4. Вот все это вы найдете в книге «Уроки жонглирования булыжниками». В общем, лайк и репост, если вам понравилось это видео. Вступайте в группу ВКонтакте «Уроки жонглирования булыжниками», регистрируйтесь и получайте. Как, захотелось сейчас вступить, зарегистрироваться в этой системе? Есть немного с собой интернета? Да, вот, пожалуйста, конечно, если вы сейчас прямо вступите в эту систему, то вот прямо сейчас я вам отправлю вот эту книгу вот в этом конверте, минуя вообще Почту России. Мы даже обойдемся без их марки, и моя прибыль возрастет до 90 рублей.
Ну, а кому-то из вас я отправлю по почте. Так, вот в группу ВКонтакте вы вступили. Так, теперь смотрите, мы вот так вот поднимаемся. Вот, вот видите, откройте вот этот пост. Вот видите, тут есть ссылочка. Вот, вот ссылка. Угу. Заходим на эту ссылку. Так, вот PNG бонус. Вот регистрация. Угу, угу. Так. Так, так, подождите, нет, уйдите назад без моего реферального кода, без моего реферального кода не зачет. Так, где же с моим реферальным кодом? А, вот, вот это, вот видите, TS. Угу. Вот, это, вот, вот, видите, вот, это важно, это реферальный код. Вот, угу, если он угу. есть, то все, имя вводите. Так, телефончик. Ваш, так, пароль, который вы придумаете для этого кабинета. Угу. Так, я уберу пока камеру, чтобы не... Не палить ваш пароль, вдруг вы там его на все остальное используете. Так, и ваш имейл. Так, имейл я ввела. Ввели, да? Так. Угу. Сейчас вам придет сообщение. Да, пишите, зарегистрироваться. Так, зарегистрироваться. Получить код надо теперь. Так, имейл ваш надо ввести. И нажать вот получить код. Так, получить код. Так, сейчас вам придет код. Вот, код отправлен на указанный номер. Вот, вводите проверочный пуш-код. Так, хорошо. Так, пишет зарегистрироваться. Да, все, вводите зарегистрироваться. Так, вот, отлично. Вот, смотрите, видите? Девушка вошла в систему, вот ей сразу баланс на счет вот капнули 100 рублей, что она их уже может, не может еще вывести, ей тоже надо вот двух человек подписать, ну вот у нее молодой человек есть, и там мама, папа. И теперь вам нужно зайти в свою почту, и в почте там ссылка, подтверждающая вашу почту, вот по ней переходите, и этого уже достаточно. И мне уже 100 рублей идут, и я сегодня же вечером выведу еще денег, и... стану богаче. Ну, вы тоже станете богаче. У вас, посмотрите, какая хорошая книжка. У нее есть большие перспективы. Это я вам, как человек, разбирающийся в современном искусстве, говорю. Мои книги, они вот находятся... Одна моя книга находится в значительной коллекции известного коллекционера Кирилла Авелева. Он у меня ее приобрел за 1000 рублей. Вот так-то. Так, вступили, да? Угу. Вот, подтвердите. Вот, Вероника, да, вот... Так, подтвердили, да? Ничего есть там ссылка? А, нет, ну, значит, все, значит, зачлось. Когда я маму регистрировал, у нее то, я там почему-то, я к ней в имейл даже не заходил, все получилось. А вот когда я тещу регистрировал, там почему-то пришлось зайти. Ну что ж, замечательно, все, вы сейчас становитесь обладательницей вот этой вот книжечки. Держите, поможете мне. Вот в этом конверте. Так, сейчас это я уберу. Это просто бумага для того, чтобы конверт не развалился. Так, а, надо подписать. Держите. Так, сейчас. Так, кому? Веронике, да? Да. Так, кому? Веронике. Веронике. А у вас сейчас-то есть? Куда? Куда? В руки. Да. Веронике в руки. Так, так, надо погасить марочку. Почта в... Так, вот. И сейчас я вручаю... Да, да, вот я действительно, это я, жонглирую булыжниками. И я вручаю Веронике вот это вот письмо. Спасибо. Вот оно, видите, оно дошло, она его заработала. Ну, если вы подпишетесь через мой реферальный код, то я вам отправлю его в конверте уже вот таком же, только на средствах доставки Почты России. Вам понравился наш маленький перформанс? Наша акция? Супер. Все, лайк и репост, если вам понравилось это видео. Пока-пока. Было приятно для вас работать.